Блять. Где, блядь? Не видно его там ни хера. Ёпта, ни звука, ни хера нету. Он в упор уже где-то был. Это бот мне гранату кинул. Нет, это не бот. Бот идет ко мне. Ну что? Что, бот? Как ты узнал, что я здесь? Давай, мы... Hey, Russian, drop dead! Еще двое. Еще, блядь, бежал кто-то. Сколько их в пати человек, блядь? Кто это? Киба. Помноженный на вечность. Вот этот терминатор, выбежавший из джунглей. Сколько я убил? Пятеро точно я убил. И как будто бы кто-то еще был. Блять, и упал интернет. Походу. Да? Чат. Слышно меня? Напишите что-нибудь в чатике, пожалуйста. Походу интернет дропался на секунду. Не обижу, выходи. Просто у Шайтаныча хорошая катка. Провайдер такой смотрит.
Я выбираю право неожиданности, блять, как в Ведьмаке. Это что сейчас по мне стреляло? Боты в стены не стреляют. Опять петрит ноль. Сейчас попробуем с рейда выйти, если нас там бот какой-нибудь не пристрелил просто. Хера себе. Я еще жив. Каким образом вообще? Тут там жив еще, прикиньте. Блять, а здесь тоже еще один жив был. Здесь не одно пати тогда, получается, а два. Понял. Куда хпшка делась? Слева еще один ходит. Либо это бот. А? Это что такое было? Спина? Ёжик, блять. Ёжик сидел в спине. А, он, наверное, на втором этаже был. Звука же нету второго этажа, да, в этой игре? Точно. Но я убил семерых. Ёшкин кот. Кто-то мне шифтует по зданию. На первом этаже, что ли? Двое. Что, блин? Боты ко мне пришли, что ли? Теперь кусты у платника. А вот это уже чевок. Зашел на первый этаж пристроя. И на второй заходит тоже. Один минус. Тоже выстрелов не было. Второй пытается запрыгнуть. Ой, их трое. Граната тут. Они же зашли внутрь или нет? Не-не-не-не. Я попробую с палатки чекнуть. Увидишь, увидишь их с палатки, идеально. Идеально.
Двое у тебя там. Если это ты их убиваешь. Ну, сейчас меня убивают. Там, прости, я ухожу. Беги, беги, беги. Вау, вот это пока мод по тебе, да? По мне, да, меня убили. Аля. Ай, блин, пока я смотрела в ту сторону, они пришли с этого холма, из костра. Одного убила, там еще, короче, один у магазина, второй на холме справа. Ё-моё. Так, а тебя убили прямо на холме? Нет, меня по забору от палатки бежала в сторону костра. Вал тебя убил, да? Винторез Вал, что-то такое? Блин, я не помню уже, не скажу. Ну блин, такие моменты надо помнить. Да я понимаю, что это проходило. Кто-то по металлу, походу, поднялся, пока Донейшн кричал. Да, вот и Вал. РГН, когда ты чё? Красивых фрагов. А, Макс, спасибо. Там был Умброс еще, да, вроде как. Все после рейда почитаем. Спасибо большое, чат. Благодарю. Вал я убил. Еще же кто-то должен быть, наверное, да? Было двое. Аук? В смысле? Какой нахрен аук? Вообще СРК не убила. А где моя сумка? А? Внутри, что ли? Не понял. Что-то где я свою сумку бросил? Я же ее с крыши должен был вроде как скинуть. Это вот сюда она укатилась? Ладно. Этот просто умер, походу дотек. Так. Тоже с херней, да? Окей. Сейчас выходить буду. Вышел. Да, иду в сторону выхода, уже почти дошел. Тебя вообще СР-2 било оружие. Тут такого нету даже среди них. В трёхе уже есть кто-то. Бля, это чевок, что по магазине у меня чевок. Бил.
Думал, это бочек. Магазину подхожу. Ты подходишь к магазину? Я тут слева в торце. Ух ты. Неприятно. Рена тоже готовит. Я отступаю к магазину. Я в магазине. Надо подхилиться. Прыгает где-то он. Он на окне прыгает, походу. Да, может быть. Двушка! Твою мать, да? Ты-ка, нахер. Отойдем. Двушка. Трёшка. Это ж непонятно. Второй, что ли? Металл от трёшки. Выбежал. Всё, зажмурился. Аня, он включает платник. Кидаю к платнику. Дай кидай. Ко мне сзади, это другой. Блять, эти вышли. Живая? Да, жопа какая-то, да, относительно. Я у тебя. Он сзади. Кто, блядь, дверь пинает? Иди у меня. А, это читак. Тоже меня убил, да. Ай-яй-яй. Угу. 4 кд, 200 часов в игре. Найс. Бежит. От двухи. Один с центра будет забегать, другой от магазина. Одного убил. Магазина живой. А ты где? Я на холме. Дай гранату на магазин. Вон он, блять, вон он, ебашь его! Пошла. Угу. Вторая пошла. Убил. Найс. По мне, охренеть! Меня убили. Боты? Я не знаю, это же человека, по-моему, в большом мире. А, либо бот пришел, просто не убил, побежал. Что-то приятно, не знаю. Да, ЧВК. С тробашом, да? Да. Холм? 21 кд. А, 21 кд. Он очень быстро подошел. Я понял. Просто уходи. 120 часов, 40 минут. Да, да, я понимаю, все. Ну 20 кд это уже все, знаешь. Они тот же самый? Ой, блядь, на платнике еще один. А что, это он же сюда уже прилетел? Как звали твоего? ВТГ Апит. Я не знаю, он или нет. ВТГ. Нет. Нет, тут другой, по-моему. Тут другой. Чел, тебе хана. Это для тебя плохие новости. Зря ты меня убил. Эй, если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.